В Министерстве здравоохранения прокомментировали выбор больницы при госпитализации Дениса Тена с места трагедии. По словам вице-министра Лязат Актаевой, несмотря на то, что ближайшим медучреждением была Совминка, его повезли в центральную городскую клиническую больницу. Это связано с тем, что в Совминке нет экстренно-хирургического отделения. Нападавшие повредили магистральные сосуды, в частности, бедренную артерию. За считанные минуты спортсмен истек кровью, вследствие чего произошел геморрагический шок. По словам вице-министра, фигуристу была оказана квалифицированная помощь, однако из-за большой кровопотери спасти его не удалось. При осмотре бригадой скорой помощи нужно сказать, что сознание отсутствовало, артериальное давление не определялось, то есть было расценено как состояние клинической смерти. Он сразу транспортирован в реанимационный зал приемного покоя, после чего переведен в операционный блок, экстренный операционный блок приемного покоя. Оперативное лечение пациенту не проводилось ввиду состояния его клинической смерти, то есть в течение всего его нахождения в стационаре проводились реанимационные мероприятия. То есть...